Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Сегодня я хочу вас познакомить с еще одним действительно хорошим разработчиком, которого зовут Маттео Дини. Он делает тоже очень классные циферблаты с поддержкой русского языка, что очень радует. И данный циферблатик, который вы увидите сейчас, будет доступен для бесплатного скачивания специально для канала Galaxy Watch, специально для вас, дорогие друзья. Мне нравятся вот такие вот нежадные разработчики. Пусть, как говорится, Бог его благословит. Ну а теперь подробненько об этом красивом, простом, с множеством настроек циферблате. Поехали! Сначала немного рассмотрим его поблизости. Вот так вот он выглядит. Смотрите, отличнейшая текстура, сделано так, как будто все вживую. Не знаю, насколько камера, конечно, передает те тени, вот области экрана, допустим, самих часов, да, и там вот такая тень идет по краешку, и как будто вдавлено это все, а это как выступает. Вообще отличненько сделано, это углубленное, но очень прекрасен. Как видите, пятница по-русски написано, и понятно, что это за день недели. Вот такой вот он прекрасненько так выглядит. Ну, текстура отличнейшая. Вот так, дорогие друзья, выглядит режим «Экран всегда включен». Тоже, как вы видите, вся информация, в принципе, доступна. Все видно и хорошо просматривается. Особенно это в темное время суток вообще прекрасно все будет видно, без всяких проблем. Так, ну а теперь, ребята, немного информации со страницы данного разработчика именно об этом циферблате. Это цифровой циферблат. Здесь есть 6 предустановленных ярлыков приложений. 3 таб-зоны настраиваемых ярлыков. Ну, потом есть данное состояние, как вы видели, уже написано многоязычность, даты, изменяемые цвета и многое другое. Ну и начнем мы, наверное, с вами с того, где изменяются цвета и что именно изменяется. Если мы с вами дважды нажмем наверх, вот на эту точку, как вы видите, меняется цвет вот этих вот кругляшков. Ну и цветов, и, как говорится, оттеночков достаточное количество. Также, если мы нажимать будем дважды вот на эту зону, на цифровые сами часы, то вы увидите, что меняется также и цвет фона самих цифровых часиков. В том числе цвет внутренней оболочки вот этих кружков, данных о пройденных шагах и всего остального за неделю. Теперь о том, какие предустановленные ярлыки есть на данном циферблате. Первая область, это вот здесь, она открывает нам телефон. Нажали, пожалуйста. Вторая область, это пульс. Пожалуйста, нажали, появился пульс. Третья область, открывает Samsung здоровье. Здесь шаги, журнал упражнений и все остальное. Четвертая область, открывает нам календарь. Пятая область открывает нам плеер. И шестая область открывает нам поиск нашего смартфона. Также, как я уже сказал ранее, есть 3 настраиваемые области. Они находятся вот здесь, где стоят по 3 точечки. Для того, чтобы активировать данную область, нужно нажать на нее. Вот у меня предустановлен будильничек уже, я сам уже настроил. А чтобы вам сделать свою настроечку, вы впервые нажмете один раз и выберите что-то. Если вы хотите переустановить, то дважды на эту область нажали и выбрали то, что вы хотите. И также на все 3 области. Потом достаточно всего лишь одного нажатия для того, чтобы открыть то, что вам хочется. Теперь о том, какую информацию мы имеем на данных часиках. Ну, во-первых, шаги, как вы видите, да. Во-вторых, батареечка вот показана и тут же цифровое значение ее. Далее, пройденный путь, который мы пройдем, я вот сегодня прошел всего лишь 550 метров. Ну и мой последний замер пульса 76 ударов в минуту. Цифровые часы имеют настройки как 24 часа, так и 12-часовое с показом времени FM, EPM, да, дня и вечера. Все зависит от того, как настроено на вашем телефончике. Есть 2 окошечка ежедневных целей и еженедельных целей. Также есть число недели в этом году, 9-е.
Ну, вот такой вот интересный, дорогие друзья, циферблатик. Я думаю, что и вам понравится, тем более он с сегодняшнего дня, с 5 числа, да, с 5 марта по 8 марта включительно будет бесплатен всем тем, кто зайдет на канал Galaxy Watch. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше внимание. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь. Если вы еще не ставили лайки, ставьте, пишите свои комментарии. И, естественно, благодарность именно разработчику Матео Дини в Galaxy Store. Обязательно, дорогие друзья, им тоже нужна, как говорится, поддержка наша. Тем более, что мы за это не платим, получаем бесплатное. Напишите ему там, поставьте 5 звезд. И, как говорится, пусть у него будет все хорошо. Спасибо вам за ваше внимание. До свидания. И до новых встреч!